поговорил с ребятами, которые мне запретили снимать. Спросил, что, наверное, у вас самые большие продажи в Хэллоуин. Ну да, подтвердили мне предположение. Вот на группе съезда я сегодня был, где мне сказали, что они работают без сим-карты. Тоже еще один магазин с диванами, с телевизорами. Ну, буду я сходить. Я думал, что уже хватит снимать, потому что это не влезет все. Мебель. Я думаю, что их покупают, лаком покупают, кто-то хочет раскрашивать. Это для творчества. Ну, мебель, видно, сделана из цельного дерева. Это хороший достаточно. Вот сейчас ковры будут. Я заходил уже тоже. Очень много ковров. Цены тоже разные всякие. Доллар валют. Тут дешевый магазин, тоже индийский, наверное. Капает дождь. Прошел мне парад waterproof защиты от воды. Так, ну все, наверное, пока. Ничего особо больше интересного нет. Но опять же, магазин, игрушки, подарки, сувениры, одежда, обувь, все подряд. С пылесосами. Помимо пылесосов, тут еще приглашение. Hi. Good, how are you? Just looking around. Не знаю, там что-нибудь видно было или нет. Ну что ж, цены разные. А, вот ландер, сейчас ландер покажу. Заодно. Как вот в Америке стирают вещи, это стиральные машинки, загружаешь туда, засовываешь денежку 25-центовую. И так сюда прошло. Нажимаешь старт на кнопочку. Все начинает стирать. После того, как она это стирает, вот туда, дальше там сушилка, вон ящик тут сушит. Также денежку закидываешь. Ну и пока ждешь, можно мячики повытаскивать. Телевизор посмотреть. А, вот это актер какой-то черный. Это значит, работники разыскиваются. Здесь можно, наверное, денежку снять. Так, а я, в общем, куда иду, блин? Интересно, где здесь проходят уроки английского языка. Парикмахерская.
Так, это где-то должно быть недалеко. 517 Main Street. Boost Mobile. Дальше. Так, это 489 номер. Дождик теплый. А вон школа. Wilson South Union High School. Так, где-то здесь. А вот как раз в High School тоже есть еще одни классы. Прямо здесь, 517. Watch, да, watch. Тут закрыто. Ну, здесь. Ну, тогда здесь. Завтра, наверное. Написано, пожалуйста, звоните звоночек. Тут нет. А, кто-то есть. Сейчас буду спрашивать. Hello. It's closed. Yeah, I'm looking for classes, free classes, English classes. Yeah, but it's closed today. When it open? It's usually open. Do they have the office hours here? It's usually open. It's just today. Usually it's 10 to 5, but they had to leave today. Uh-huh. So normally Monday through Thursday, you can come 10 a.m. to 6 p.m. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. So come back on Monday. Okay. Thank All you right? very much. Take Bye. Care. О, отлично. Вот еще одна fire station. Ту я показывал на Lexington Street. Это на Moody Street. Так, ну я не думаю, что здесь уже тоже. Вернее, думаю, что здесь уже тоже все закрыто. Поэтому надо ехать домой. Хотя нет, пойду в библиотеку еще схожу. Обратно теперь в сторону. Всего пока.